Забыть все плохое и вернуться в мирную жизнь. Семьям демобилизованных участников АТО помогают адаптироваться после возвращения из зоны боевых действий. Подробнее в следующем сюжете. Школа семьи, организованная областным департаментом соцзащиты, это традиционный формат поддержки тех семей, в которых потенциально могут быть проблемы в отношениях между супругами. Или, например, для молодых семей, которым просто необходима поддержка специалистов. В этот раз школа семьи для демобилизованных участников антитеррористической операции. Люди, которые возвращаются после боевых действий, они уже измененные. Да? Это однозначно нужно понимать, что у них совершенно другой опыт, совершенно другое восприятие. Это люди, которые что-то поменялось в ценностях их жизненных. Да? И какое-то долгое время они находились вне своих близких, своего дома. Им, по сути, нужно, это новые люди, совершенно другие. Им нужно время на адаптацию, может быть, супругам принять нового своего мужа. Интересно встретить своих однополчан, с которыми служил. Интересно, с женой, чтобы приехать сюда, чтобы она послушала еще, как вот, то есть не только от меня, а от других людей. Вот, тоже интересно пообщаться с психологами, может быть, как-то что-то еще можно почерпнуть. Константин Табакаев добровольцем отправился в зону проведения АТО во время первой волны мобилизации. Вернулся домой через год, в марте. Участие в боевых действиях изменило жизнь его семьи. Теперь и Константин, и его супруга Мария – волонтеры, которые регулярно наведываются в зону АТО. Есть, конечно, какие-то изменения, но они не существенные. Да, обостренное чувство справедливости, какое-то желание помочь бойцам в первую очередь. Громадская деятельность вышла нас на первый план на данный момент. Привыкая к этой окопной жизни, возвращаться домой, дома очень много. Там мы отыгрываем одну социальную роль, да, ну, очень просто ее играть на самом деле. Хорошим солдатом быть не так уж сложно. Вот, а возвращаясь домой, нам нужно быть хорошим мужем, хорошим отцом для своих детей, там, хорошим сыном и так далее. Вот. И тут это все наваливается на тебя, за год от этого отвыкаешь. Школа семьи для демобилизованных участников АТО – это 3 дня, проведенных на базе отдыха на острове Хортица. Участники посещают лекции и семинары, имеют возможность пообщаться друг с другом, а также проводят интересный досуг, посещают театр, слушают выступления запорожских музыкальных групп. Такое времяпровождение позволяет отвлечься от будничных забот, тяжелых мыслей и отдохнуть душой, говорят организаторы.